зелени дивену. Не зелени это дивену. Мы там видели кобову. Там же? Да? Да. Не бойся. Камелькуют сказки. Сына, куда мы идем? Мы курочек идем кормить. Курочек кормить? Да. А к вам летку. Да. А мне дай я буду. Раз. Это уже куют. Кто это, детки? Курицы! А еще мы зелень рыбалку. На тебе когти. Что, поймал что ли? Да. Давай, в ведро ее клади. Ведерко, давай. Я натаяю рыбу. Щука? Да, щука. Маленькие лучше помали. А потом мы большую реку. Зачем котик здесь?
мы помали лужи две щуки и опустили пом веку. Они весь перебошли. И пьет. Она хитрая. Хитрая, да, видишь, упрыгала. Что, пойдемте отпустим ее в речку? Да. Она такая зизненная. Мы поймали щучку в лужице, да, и выпустим ее в большую реку. Вот попила. Где она? Вот она, да? Давай, покажи ей дорогу. Пиля. Вот попила. Поплыла, да? Оп. Все, уплыла? Да. Туда что, уплыла щучка? Угу. Это был маленький мальчик. Маленький. А он большой. Вот, я большой. Молоденькие мальчики. Пока-пока. Пока. Также на канале Монкиту смотри мультфильмы, видео с детьми, уроки рисования «Кубик расскажет», видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, презентации игрушек.